как бы не первый раз, поэтому не страшно. Думаю, будет очень круто, очень шикарно. Я хочу скорее уже научиться и уже куда-нибудь поехать, уже куда-нибудь нырять уже на канал. Ожидание, что будет кайфово, и мы будем дышать под водой. Не знаю, страшно. Плаваю плохо. Ожидание, что получится дышать под водой. Психологически не было такого еще. Пробовал, не получилось. Вздохнуть. А попробовал перебороть. Ожидание, что будет холодно. Глубже, я хочу, чтобы синее, чтобы уже плавало, вот такое синенькое, маленькое, вот желтенькое, беленькое в полоску с сучок. Мало. Ну, прикольно. Кайф, необычное ощущение, класс. Супер ощущение вообще. Да, Илья, на первый раз. Как всегда. Какое это основной? Класс, не испугался, на дне поплавал, коленки подбивал. Молодцы, ты красавцы. Было все-таки прохладненько немного, дали разогнаться. Не те объемы, не те масштабы. Совершенно непредсказуемое ощущение, то есть пытался себя вести как на твердой поверхности, а тут надо варьировать, маневрировать. О, нас хвалят, спасибо. Круто. Какие вообще крутые впечатления, это там бы остался, наверное. Да. Может, просто там бы. Можно даже без него. Просто сидеть в водичке и ничего не надо. Там уютно, тепло, классно, шикарно. Вообще, прям молодцы, прям супер. Да вообще никаких. Короче, надо еще раз в море. Счастье на дне. На самое дно. Приходите к нам на дно.